Добрый день. Меня зовут Мишин Вадим, и мы с вами в орнитарии в парке Сокольники. Сейчас я хочу показать нашего пестрого дятла, о котором уже был разговор прежде. И у него было расслоение верхней челюсти, клюва. И это, ну, можно сказать, фатальная травма для последующей жизни птицы. И мы планировали сделать пластику клюва, используя стоматологические техники, способы санирования, скажем так, зубов. А здесь мы санировали, то есть восстанавливали клюв. И провели уже дважды ему такую пластику. У него клюв теперь не расслаивается, мы с вами это видим. Слава Богу. Просто верхняя челюсть еще растет криво, растет кверху, но она растет, это главное. Ведь же у них клюв, как у нас с вами ногти. Они растут, вырастают, подрезаются. И вот эта вот часть, клюва, которая неправильная, она отрастет потом. А наш врач, ветеринар, потихонечку будет продолжать пластику, то есть будет уже формировать новую верхнюю челюсть, ну ты мой сладкий, ты хороший, вот, для того, чтобы птица была полностью полноценной и здоровой. Так что мы на пути. Путь этот, конечно, не близкий, но если вам интересно, мы будем и дальше рассказывать о судьбе нашего милого дятла, который у нас зимует. И, кстати, можем придумать ему имя, чтобы обращаться уже, а он мог бы нам отвечать. Все, спасибо.